Милые девушки, даже в самых тяжелых жизненных ситуациях ваша улыбка творит чудеса. Поэтому я вам желаю побольше поводов для улыбки. С весенним праздником вас! Милые дамы, в этот замечательный день мы, коллектив астраханских филиалов, хотим поздравить вас с прекрасным праздником, Международным женским днем. Пусть этот мартовский день принесет вам подарки, букеты, чудесное настроение, отдых от домашних обязанностей, заряд положительных эмоций, побольше поводов для улыбок, и пусть на небе будет много солнца для вас. С праздником! Дорогие наши женщины, девушки, прекрасные леди, от всего нашего брянского коллектива мы хотим поздравить вас с этим замечательным праздником – Международным женским днем. Оставайтесь такими же прекрасными, любимыми и чуткими. Хотим поздравить в этот замечательный день вас с прекрасными, яркими лучами солнца, больше вам цветов, любви и радости, и успехов, главное – здоровья. Без вас наши магазины превратились бы в скучные, темные и просто неуютные места. Поэтому мы искренне рады, что вы с нами. С праздником вас! Из Брянска с любовью! Дорогие женщины, поздравляем вас с Международным женским днем. Желаю вам счастья, здоровья, всех благ, исполнения желаний. Ура! Дорогие дамы, от всего коллектива Краснодарского края поздравляем вас с 8 марта. В этот весенний день желаем вам улыбок, хорошего настроения, радуйте мужчин, радуйте своих близких мужчин. Всего вам наилучшего. Привет всем! От компании «Масломаркет» города Курска хотелось бы поздравить нашу прекрасную половину с 8 марта. Пожелать вам всего самого наилучшего. Поблагодарить вас за то, что вы нам все время помогаете, за то, что вы всегда с нами рядом. Просто спасибо за то, что вы у нас есть. Уважаемые дамы, здравствуйте. На фоне этого живописного места, называется Екатеринский дворец, хотим поздравить вас от всего мужского коллектива Москвы и Московской области с этим прекрасным днем 8 марта. Желаем вам счастья, здоровья, оставайтесь всегда такими же великолепными, прекрасными, красивыми. И продолжайте радовать нас. С 8 марта вас поздравляем. Прекрасные девушки, коллектив «Масломаркет Курск» поздравляет вас с этим прекрасным праздником. И желаем вам всегда оставаться такими очаровательными и прекрасными. Дорогие, милые дамы, самые очаровательные, непредсказуемые создания на этой планете, поздравляем вас с Международным женским днем. Желаем вам чудесных дней, наполненных бесконечной радостью, красивыми словами, любовью и душевностью. Пусть ваши желания исполняются все чаще. Близкие окружают вас заботой и теплом, нежностью, безграничным вниманием. Счастья вам, милые дамы, и пусть оно не заканчивается. Чудесный день, 8 марта. Вас поздравляем от души. Желаем радости, азарта, всегда, чтобы были хороши. Цвели, любили и летали от счастья в нежных облаках. И чтобы всегда преуспевали в семье, в работе и в делах. Вы украшение коллектива. Работать с вами так легко. Внимательны и терпеливы, и лучше вас нет никого. Дорогие дамы, коллектив Новосибирска поздравляет вас с прекрасным весенним праздником, Международным женским днем. Желаем, чтобы вы всегда радовали нас своей обворожительной улыбкой и сногсшибательной красотой. Скорейшего наступления солнечных весенних деньков, исполнения желаний и ярких положительных эмоций. Сеть магазинов города Омска поздравляет весь женский коллектив компании «Масломаркет» с 8 марта. Желает здоровья, удачи, семейного благополучия. С праздником вас, дорогие наши женщины! Дорогие наши женщины! Коллектив Санкт-Петербурга поздравляет вас с этим прекрасным весенним днем. Желает вам любви, счастья, молодости, здоровья, долголетия. С 8 марта, милые наши дамы! Дорогие, милые наши дамы, от лица ростовских филиалов я спешу поздравить вас с этим прекрасным праздником весны. От всей души мы вам желаем, чтобы в вашем доме воцарилось здоровье, мир, тепло, уют. С праздником, наши милые дамы! Рад вас приветствовать
на Рязанской земле сегодня мы собрались на исторической его части Соборной площади. А собрались мы здесь для того, чтобы от лица всего коллектива магазина «Масломаркет» города Рязани поздравить вас с наступившим праздником Международного женского дня 8 марта, с Днем весны. Желаю вам крепкого здоровья, финансовой стабильности, любви, чтобы ваши родные и близкие всегда вас радовали своим позитивом, чтобы ваш карьерный рост, который складывается в компании удачно, не прекращался, чтобы ваши мужчины были всегда с вами честными, добрыми, отзывчивыми, дарили вам только позитивное настроение качественное. Желаю вам, чтобы ваши сердца наполнялись весенним, ярким, солнечным светом, на душе цвели ромашки, для того, чтобы вы встретили поистине настоящее свое счастье. Удачи вам! С праздником! Дорогие наши девушки, позвольте в этот еще морозный, но уже весенний день поздравить вас с чудесным праздником, Международным женским днем. Вы все у нас разные, со своим образом мышления. Но вас всех объединяет глубочайшая любовь к своей семье, ответственное отношение к работе. У вас отзывчивые сердца и огромное терпение. И хотим вам признаться, что без вашего внимания, труда и заботы наша компания не достигла бы таких высот. Здравствуйте, наши милые и прекрасные дамы. От лица города Тольятти хочу поздравить вас с вашим замечательным и прекрасным Международным женским днем. Хочу пожелать вам, чтобы у вас всегда в глазах оставались такие же прекрасные улыбки, чтобы всегда были такими же добрыми и счастливыми. С праздником вас, милые дамы! Здравствуйте, уважаемые милые дамы! В этот замечательный солнечный день от всего мужского коллектива московского региона сети магазинов «Масломаркет» хотим поздравить вас с праздником 8 марта, пожелать удачи, счастья, здоровья, любви. С праздником вас! Милые дамы, я присоединяюсь ко всем поздравлениям своих коллег и в свою очередь хотел бы отметить ваш профессионализм, то, с каким отношением, стремлением вы подходите к решению всех ежедневных рабочих моментов. Мне очень нравится, я очень горд, что мы работаем с вами в одной компании. От всей души вас с праздником! Желаем вам больше радостных дней, любви родных и близких вам людей, счастья, здоровья на долгие годы. Мужчины радуют вас не только по праздникам, но и каждый день. И не только цветами и подарками, но и вниманием, и заботами, и поступками. И чтобы каждый день казался вам солнечным и весенним. С праздником! Дорогие дамы, в этот прекрасный солнечный день хочу поздравить вас с 8 марта. Желаю оставаться такими же обаятельными, привлекательными. Желаю много улыбок и всего самого хорошего. О, здравствуйте! Вы не подумайте, это я вам поздравления принес. С 8 марта вас, дорогие наши дамы. Я останусь бродяга, один казанова.